Всем привет! Сегодня, девочки, вам покажу, как сплести вот такое колье. Вот это вот у меня двухцветное. Его можно и трехцветное сделать. Но мы с вами сейчас сделаем однотонное. Вот такое вот лимонное желтенькое. Сейчас очень модно в этом сезоне такие вот кислотные цвета. Так, взяла я шнурочек. Вот 2 метра у меня где-то, да, вот. Отсюда до сюда. Вот я сложила. И так у меня, наверное, где-то вот получился метр. Так, кончики можно вот немножко подпалить. Аккуратненько. Все. И начинаем плести наше колье. Так, это мы все отодвинем. Так, смотрите, как мы начинаем. Начинаем, делаем вот такую петельку. Вы, главное, ровненько вот так раскладываете ниточки. Вот, чтобы они вот так вот у вас ровненько шли. Вот, сделали такой мягкий знак какой-то у нас получился. Так, теперь... Вот в эту петельку вытягиваем, поправляем все наши ниточки. Так. Вот такая получилась у нас фигурка. Дальше в ту же петельку опять вытягиваем наш шнур. 2 наших шнура. Равняем все ниточки. Смотрите, только ее до конца туда не вытяните, потому что она убежит тогда, веревочка. И теперь вот сюда вот вытягиваем. И получается такой узелочек. Только аккуратненько надо все наши ниточки, чтобы ровненько шли. Подтянули. Вот уже видно немножко наш узор. Так. И теперь то же самое. Опять в эту же петлю. Вытягиваем не до конца. Так. И в обратную сторону. Вот и все. И так мы делаем столько звеньев. Вы, главное, все подтягиваете аккуратненько. Затягиваете. Так, сейчас подровняю и покажу еще одно звено вам. Берем веревочки, опять вот в эту петелечку. Ну, потом вы подровняете, мне просто не очень удобно так вот перед камерой на весу. Так, затягивать не очень удобно. Вот. Но я стараюсь, чтобы было все ровненько. Итак, продолжаем дальше плести такие вот звенья. Сколько вы хотите ваше ожерелье. Потом останется только сделать нам застежку. Вот и все. И наше ожерелье готово. Вот я уже с одной стороны сделала застежку. Сейчас я вам покажу, как я сделала. Берем наши шнурочки, берем зажигалку, только, пожалуйста, аккуратненько. Так, подпалили и вот так вот их сразу соединили.
Аккуратно, только не обожгите ваши пальчики. Так, все, соединили. Вот они склеились между собой. Потом берем вторую часть застежки. Вот у меня такая самая простая. Вот так она выглядит. Капаем сюда суперклей. Я уже тут капать не буду. И вот так приклеиваем ее со шнуром. Вот и все. Наша застежечка готова. И наше колье тоже. Только надо приклеить вот эту вторую часть. Вот и все. Спасибо за внимание. Всем до свидания.